касается идеологии, на мой взгляд, ну как это не жестоко прозвучит, это бюджет принуждения к жизни в условиях войны. Я объясню почему. Потому что военный бюджет хорош в условиях, когда он стимулирует конверсию, когда он стимулирует создание новых программ с бизнесом. В нашем случае мы видим, что ни один крупный транснациональный инвестор не приходит в наши программы антикризисные. С чем я сравню, пожалуйста, 24-й год, план Доусона, Германия, которая выплачивала огромные репарации, которая была страной, которая потерпела поражение, получает помощь, которая была связана с поддержкой ее экономики для отдачи долговой репарации. И за 5 лет 24 миллиарда золотых марок в качестве инвестиций. Где наши европейские золотые евро? Как элемент поддержки нашей структурной реформы.